Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. На папской митре, тиаре или короне написаны слова «Викариус Филии Дей», что означает «наместник Сына Божия». Еженедельник «Наш воскресный посетитель» за 18 апреля 1915 года говорит: «Это один из наиболее возвышенных титулов Папы, утвержденный Церковным Собором». Вы знаете, что в латыни каждая буква имеет свое цифровое значение. Подсчитав, мы приходим к сумме 666. Главный комментатор этих чисел Андреас Хелуик, «Пророческая вера наших отцов», это его труд. Без всяких сомнений, власть зверя, описанного в 13 главе книги Откровения, это папская система поклонения Римской государственной церкви. Итак, повторим признаки.